think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, на немке появилось обновление, и на немке, как обычно, в первый же день появились новые итемы. Сейчас мы позабираем, походим по сервакам, я посмотрю, где я регистрировался, позабираем плюшки. На русском вроде точно мы регистрировались. В общем, заходите сюда в ивенты, где было новое гильдейское событие, и нажимаете «Забрать все». И забираете пакеты, которые были у вас. Не забудьте это обязательно забрать, потому что здесь дофигища халявных плюх. Сейчас мы с вами их заберем. Единственное, чекну, что у меня по местам. И покажу вам новые итемы. Еще пробежимся по другим сервакам. Покажу, что там интересного есть. Ну, наверное, английский еще не запустился, там мы плюхи не сможем забрать. Но на русском-то точно заберем. Так, поехали. Вот такие вот халявные плюшки за регистрацию. Считайте, мы получили. Поехали, их сразу же пооткрываем, посмотрим, что нам выпадет. Блин, мне ремка нужна, опять водушка. Это просто тупо издевательство. Так, ну неплохие подгончики, я вам скажу. Тем более это на халяву. Не забудь... О, две карты, отлично. Грубая сила. Чик. Блять, ПБшка. Ну нету Фрея. Фрея просто тупо мне не падает. Сколько уже можно издеваться над этим аккаунтом. В общем, это такое. Поехали дальше. Показываю вам новые итемы. Сундуки 4 левела. Здесь у нас скины. Как видите, скины на героев. Ну, в принципе, эти скины и так можно было купить. То есть 4 левела сундучки. Вот такие вот скины здесь будут. Поехали дальше. Это не все. Есть еще новые итемы. Вот такие вот новые сундуки. Где можно получить берсеркера и мага, как видите, от 10 до 30 осколков плюс скины. Ну, честно скажу, не знаю, стоит ли, есть ли смысл донатить. Ну, это немка, здесь, как обычно, в первую очередь это все можно достать. Базар маркет, набор за один самоцвет. Что у нас по ивентам сегодня обновилось? Кеты. Кеты, по-моему, со вчерашнего дня. Но все то же самое. Ничего больше интересного такого нет. Вроде всю халяву позабирал. Еще сейчас это заберем. Да, откроем. Блять. Шанс на ремку у меня на аккаунте нулевой. Просто тупо одни водушки. Я в шоке. Куча водушек. Нифига нету ремки. Ни одной. Такс, поехали на русский сервер, сейчас забежим. А то я так забежал, зарегистрировался. Обязательно проходите регистрацию на новую локацию. Ну там все равно можно хоть какие-то плюхи. Локация, понятно, что говняная. Изначально она была, в принципе, интересно задумана, но мне больше реализация понравилась на Castle Clash New Dawn 2, там поинтереснее как-то оно было. Может, что-то поменяют, не знаю. Так, время обновления. Заходим на русском сервере. О, на русском, видите, нормально, 58 тысяч. Ну, тут твинки, понятно, все дела. Забираем отсюда тоже все плюхи. Не забудьте собрать свой набор энтузиаста. Давайте заберем. Сейчас пусть еще разок обновит.
после выхода. Или это я не регистрировался здесь, я не помню, сейчас зайдем. Вроде регистрацию проходил после выхода обновления. Странно. Это может быть на втором аккаунте, кстати. Сейчас перезайдем, посмотрим. Может и просрал. Может быть такое тоже быть. Сейчас я перейду на основной аккаунт. Может, я на нем регистрировался, на этом не зарегистрировался. Блин, как я люблю русский сервер, он вечно тормозит, тупит. Просто трэш какой-то. Просто писец. Сейчас очищу все и опять зайду снова. Ну, как обычно, русский сервер не удивляет. Не перестает не удивлять. Переходим на основной аккаунт. Наверное, здесь я регистрировался. А может, вообще на русском не регистрировался. Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас глянем. Такс. Время обновления. Странно. Опять вы регистрируете. Может, я провтыкал здесь регистрацию. Я на английском, наверное, зарегистрировался. Фиг его знает. После выхода обновления, ну, не знаю, на этом идет отчет. Тут, видите, отчета нету. Ну, в любом случае, напишите в комментах, кто на русском забирал. Может быть, я завтыкал здесь зарегиться, но может и нет. Не знаю, вроде регистрировался. Может, после полуночи обновит. Ну, на немке, по крайней мере, обновила. Идет обратный отчет. Не знаю, что на русском делается. Поехали обратно на немку еще разок. На немке идет отчет. Сейчас еще на английский забежим. В общем, такие вот дела, ребят. Плюшки, в принципе, довольно-таки неплохие, халявные причем. Сундуки новые, не знаю. Как обычно, донатная хрень. Я думаю, в острове сегодня добавят, когда там у нас остров, через 3 дня, ну, через 3 дня добавят, там, через недельку, на следующей неделе будет у нас уже новый остров с новым героем, 100%. Но видите, здесь идет отсчет времени. Вот. 109. Я не знаю, что на русском так. Фиг его знает. Может, на русском обновится потом. Поехали, чекнем английский сервер. Что у нас на английском? Прошла обнова или нет? Ну, в любом случае, расходники приятные. Для бездоната. В английском, в принципе, тоже должно быть уже где-то скоро обновление. Не, еще английский не раздуплился. В общем, только немка пока раздуплилась с этих серваков. На Тайване ничего таки не добавили. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Будем пробовать. Думаю, на Айсе собирать. В Андрюхе зайдем на его аккаунт. Собрать с острова нового героя. Ну, смысла нету донатить. Я об этом уже говорил не один раз. Игра просто убила себя. Точнее, разработчики ее убили. А обновление вообще, ну, не знаю. На Айсе это вообще печально. Там нету рекламы. В общем, до вечера. Всем удачи, всем пока.